Здравия желаю. Сегодня от меня очередной подарок рептилоидам. Китайский фонарик. Горит ярко, можно, как говорится, освещать комнату. Значит, наличие 48 светодиодов. Работает он. Не беря ни капли энергии. Вот счетчик вот подключен. Вот лампочка вот. То есть счетчик работает, лампочка пошла. Видите, сразу пошло. Так. Вот он. Считайте, 48 светодиодов. Все работает, все горит. Подключается он, значит, от телефонов старых. Заправка на, значит, 5 вольт, где-то 0,5 ампера, то есть 2,5 ватта. Вот на место стал, видите, я лампочку отодвинул, вот встал на место, назад отходит. Так, что еще? Рептилоиды скажут, что вот в этой коробке там что-то спрятано. Батарейка. Кстати, вот я батарейку с него выбросил. Вот она была. Вот она. Как лишние запчасти. Потом выбросил вот эту деталь. Трансформатор. Это все делают рептилоиды специально. Вернее, они не делают, заставляют делать. Для чего? Всякие ставят устройства. Катушки, хренушки, транзисторы, хренисторы. Для чего? Да чтобы оно грелось там внутри. Оно все греется и сматывает ток. Как система работает? Да просто подбором тока. То есть сейчас я жду устройство для подбора тока. То есть оно дает напряжение от 0 до 32 амперы там. От нуля, по-моему, до 15. И можно регулировать любое устройство, приспособить. Счетчик не будет сматывать. Счетчик нормальный. Проверял его, этот заряд, когда ставишь телефон, он сматывает. Ну а сейчас выключим. Выключим. И я покажу, что внутри ничего нет. Потому что скажут, что батарейку там поставил внутри. Я снутри все вытащил. Вот, выключили. Вот он лежит у меня. Возьмем отвертку. Отвертку возьмем. И разберем его. Для показа. Ты там батарейку спрятал, это рептилоиды говорят. Вот один винтик. Четвертый. Заглянем вовнутрь, чтобы вы убедились. Да, люди-то нормально понимают. Для рептилоидов, чтобы они убедились, что они дурят народ сотни лет. Где-то еще держит. Так, вот этот вышел третий. Сейчас четвертый. Сейчас четвертый вытащит.
это его держит. А вот еще держит. Вскроем. Вот, пожалуйста. Смотрим. Кроме светодиода, видите, и проводов 48. Здесь 40. Вот они полосками идут. И здесь 8. 48 диодов, больше ничего нет. Как видите. Вот эти запчасти были там. Трансформатор. Вот и еще какое-то устройство. Это все, чтобы это самое. Чтобы счетчик мотал. Все специально делается. Для дураков. Усложняют все схемы. То есть лишние запчасти мы выбросили. И оно заработало как вечный фонарик. Сейчас его соберем. Еще раз включим. Так. Все. И на винтики опять. Опять на винтики. То есть ничего там нету, наоборот, я лишнее повыбрасывал, да вы убедились. Все, сильно не будем закручивать. Снова ставим его. Вот и вся схема. Вот так его прикрыл. Что-то он у меня после ремонта о, стоять перестал. Что-то, наверное, криво. Да нет, нормально все. О, встал. И включаем снова. Вот она, на эту штуку надо подбирать, то есть я подобрал на такие лампочки на 48 идет, вот тут написано 5,7 вольта 800 микроампер. Включаем. Вот, включили. Видите, счетчик стоит. Я не могу снимать долго. Но он так вот уже 2 часа работал. Не верите, не надо мне. Вообще уже надоело спорить с этими рептилоидами. Ну, в общем, рептилоиды брешут. И мы их победим.